не страшно. Да, что делать, если... Добрый день. Мы вас остановили, чтобы поздравить в преддверии дня праздника, день дня водителя. Мы поздравляем вас с праздником. Желаю вам хороших дорог, без аварийных ситуаций. Соблюдайте правила дорожного движения, никогда не нарушайте, чтобы все у вас было хорошо. Берегите свою жизнь, жизнь своих близких, своих пассажиров. И мы вас поздравляем. Авторадио тоже поздравляет вас с праздником. Авторадио, да. И такая вот памятка водителя тоже очень нужная вещь. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Каждое третье воскресенье октября мы празднуем День автомобилиста. В преддверии этого праздника сотрудники госавтоинспекции вышли с такой необычной акцией для того, чтобы поздравить автомобилистов с этим замечательным днем. Мы дарим автомобилистам официальные открытки от госавтоинспекции Саратовской области и небольшие памятные подарки, поздравляя их и желая им хороших дорог и, конечно же, напоминая о строгом соблюдении правил дорожного движения. Когда сотрудник госавтоинспекции останавливает автолюбителя, конечно же, в первую очередь он готовит документы и уже настораживается, что скажет ему сотрудник. Но когда подходим мы и с улыбкой на лице поздравляем и дарим памятные подарки, конечно же, водители и всем говорят слова благодарности. Конечно, это каждому приятно, как получать подарки и теплые слова. Конечно, в открытках мы желаем водителям дорог без происшествий, строгое соблюдение правил дорожного движения, чтобы водители пристегивали своих пассажиров, потому что для нас, как для сотрудников госавтоинспекции, очень важно здоровье и жизнь каждого человека, каждого гражданина нашего города. Через кто дверь? Не смотри. А водитель куда ушел? А водитель? Ушел, да? Спасибо огромное. Попадаем с тобой. Где более